Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущая Елена Лисицкая. Победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна» Тимофей Пыхов. Мы поздравляем его, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички компании «Альфа-Окна». А если вы хотите выиграть сладкий приз, отгадайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. Сладкий приз в подарок от детской странички еженедельника «Волна». Мы ждем детские ответы на очень сложные вопросы каждую пятницу с 16 до 17 по телефону 35024. Желаем удачи и приятного семейного чаепития! А мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем купон на поздравление на кабельном телевидении «Волна». Сладкий подарок от груза перевозок «Муравей» и сладкий приз от фирмы по ремонту холодильников и стиральных машин «Метеорит». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвует 16 человек. Между ними разыграем купон на поздравление на кабельном телевидении. Купон достается Ирине Рочевой. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканвордов. Сегодня в нем участвует 11 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». И сладкий подарок достается Андрею Пашкову. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 6 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от фирмы по ремонту холодильников и стиральных машин «Метеорит». И сладкий подарок достается Алексею Кожевникову. Поздравляем! Всех победителей ждем в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание «Объединение «Волна». На этом наша передача подошла к концу. Увидимся ровно через неделю.